Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на новинку 2019 года от фирмы ICM. Довольно-таки интересная модель немецкого среднего бомбардировщика Хенкель 111. Это один из основных бомбардировщиков Люфтваффе. Очень было много выпущено всеразличных модификаций данного самолета. Были и бомбардировщики, и торпедоносцы, и штурмовики. Было построено больше 7600 штук. И это делает этот самолет вторым по массовости бомбардировщиком Германии. Компания ICM в этой коробочке нам представила модификацию H6. Самолет сделан под Северную Африку. Хотя модификация А6 очень хорошо применялась на всех фронтах Второй мировой войны. Артикульный номер набора 48265. Очень большая коробка, которую тяжело было поместить в объектив видеокамеры. В наборе, как видим, 325 деталей. Масштаб модели 1.48. Модель будет очень большой. Сейчас откроем коробочку и рассмотрим внимательно литники. Ну, как мы видим на видео, коробка полностью наполнена литниками под завязку. Поэтому все-таки лучше не рисковать и упаковывать данные модели еще в какие-либо коробки. Литники завернуты в целлофановые пакеты. Чтобы не шуршать, мы сейчас их вскроем за кадром. Начнем обзор с инструкции данной модели. Здесь вот небольшое описание по модификации H6. Этот самолет применялся как бомбардировщик, а также его использовали как торпедоносец. Можно прочитать, что самолет мог на себе нести две торпеды на внешней подвеске. Данный самолет выпускался с 1935 года вплоть до конца 1944. Если я не ошибаюсь, друзья, то самолеты Хенкель 111 перестали выпускать в сентябре 44 года. Здесь видим тактико-технические характеристики и цвета краски, которые нам предлагают использовать во время покраски данной модели. Сразу в глаза бросается такая вот огромная декаль. Сантиметров, наверное, 20 в длину, сантиметров 7-8 в ширину. Очень красочная, довольно хорошего качества декаль. Здесь техничка мелкая, хотя все можно прочитать. В конце видео, друзья, будут фотографии, там сможете рассмотреть все более подробно, если вас интересует. На первых страницах мы видим литники. Здесь, я так понимаю, зачеркнуты те детали, которые нам не надо будет использовать в данном наборе. Это от других модификаций, но при желании, если порыться в интернете, то с данного набора можно сделать и какую-либо другую модификацию. Очень хороший принт. Все хорошо напечатано. Все очень подробно. На каждую даже мелкую деталь отдельное окошко показано, что куда надо приклеивать. То с чем соединять. Поэтому я думаю, даже начинающий моделист не запутается в данной модели.
Очень удобная инструкция. Инструкция в виде книжечки. И все можно подробно и хорошо рассмотреть. Даже инструкция нам предлагает делать разные модификации. Можно делать с бомбами, можно делать с торпедами. По вашему желанию, друзья. Для варианта 1, для варианта 3 декали. Здесь можно посмотреть, где он применялся. Ливия, сентябрь 41 года. Блайх, зондеркоманда, Африка, январь 42. И Италия, декабрь 42. Теперь перейдем к литникам. Литники очень большие. Сразу видим хорошая глубокая расшивка. Все очень хорошо показано. Да, конечно, модель в 48-м масштабе. Очень большая. Хороший, приятный на ощупь пластик. Думаю, труда с ним в обработке не будет. Литник с более тонкими, мелкими деталями. Очень хорошее литье. Нету ни облоя. Не утяжен. Все очень детально отлито. Еще один литник. Видны лючки, клепочка. На фотографиях будет более подробно все видно. Рассмотрим литники с прозрачного пластика. Очень хороший пластик, хорошая прозрачность. Довольно крупные детали. В наборе два литника со стеклением. Небольшой литник с торпедой в наборе данных литника 2. Торпеда подвесное. Очень удобное решение. Такой вот небольшой литник. Большой очень литник с фюзеляжем самолета. Также мы видим, хорошо сделана расшивка. Клепочка просматривается.
Интересная, довольно крупная модель. Еще один большой элитник. Триста пятьдесят деталей в наборе, я считаю, для 48-го масштаба довольно неплохо. Конечно, авиаторы могут меня поправить, но на мой взгляд модель очень самодостаточная. Так, два одинаковых литника. С бомбами. Колеса. Так, выполнен винт. И два, опять же, больших литника. Опять же, здесь присутствуют винты, двигателя, патрубки, вооружение. У данной модификации было очень хорошее вооружение. Если я не ошибаюсь, 6 пулеметов и одна пушка. Да, собрав с данного набора самолет, здесь еще останется очень много запасных деталей, которые можно применить где-то на диорамах. И в других работах. Ну, друзья, на этом буду видео заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Дальше будет интересней. Ну а теперь перейдем к фотообзору.